Всем привет, кто заглянул ко мне на канал. Вот уже наступила осень золотая. Вот все покраснело, морозы были. Уже какая красота. Краски меняются. Только хвойники зеленые остались. Вот как покраснел куст. Ой, сейчас скажу, все забываю. Дёрен белый. Корнус альба. Пожелтела. Роса пожелтела уже. Ж осень. Уже сделала влагозарядный полив, хвойники полила и кусты некоторые. Это бузина вот такая красная, прям, вернее, не красная, а черная, прям такие, цвет такой вообще красивый. Сейчас буду обрывать зизифус. Вот созрел. Плоды вот такие. Сейчас хочу оборвать. В этом году, конечно, не так много его. В прошлом году побольше было, но ничего. А вот наш аппарат, которым мы перерабатываем веточки. Вот куча веток, и мы перерабатываем. Вот такая вот мульча получается. Засыпаем все, все засыпаем нею, все клумбы. Вот так вот. Вот лиственница, он желтеет. Скоро он будет осыпаться. Желтые такие уже хвоинки. Ромашка осенняя цветет. Вот я уже сколько она рвала. Смотрите, какая красота. Сколько их. Если кому интересно, можете зайти на YouTube. Там люди рассказывают о лекарственных свойствах растения. Зизифус. Вкусный, мне нравится. Изменилась яблонька. Декоративная наша яблонька плакучего. Плакучая. Листья краснеют. Замульчировали ее. Тоже красотка. Это калина вариагатная. Смотрите, какой лист красивый. Вообще разноцветный, и зеленый, и желтый, и красный, красивый очень. А ту я, пожалуйста, зеленая красавица. Магония подуболистная тоже меняет лист. Вот смотрите, хоть и маленькая еще, но лист какой блестящий, зелено-красный вообще.
Вот краски осени. 10 октября сегодня, вот какая красота. Хотя год назад эта вся красота была в другом цвете. Барбарис. Да, вот. А вот чернобрывцы уже посохли. Ну, что ж. Мороз. Это куст годжия. Тоже лекарственное растение у нас. Вот какие ягодки. Уже выкопали георгины. Вот это будем на хранение прятать. Пенисетум какой желтый, красивый. Вообще краски такие. Это пироканта вечно зеленая. Прикопала, не придавила он кирпичу. Посмотрим, что с этого получится. А еще прикопала вот этот можжевельник. Ну, хочу тоже размножить его. Ну, весной покажу. Если пустили корешки, значит, отсадим. Вот. Вот все, что я хотела вам показать. До свидания. До скорых встреч. Пока-пока.